Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы продолжаем играть в Don't Start Together за Вольфганга. И направляемся мы прямиком на болотце, дабы камыша нафармить, возможно, еще чего-нибудь хорошего, что нам под руку подвернется. Но прежде надо как бы немножечко венок замутить. У меня с рассудком беда. Кстати, покушать разочек бы не мешало. И еще где-то два цветка найти. Тут еще, кстати, вот всякие пеньки, которые я не выкопал. Их можно вполне себе и выкопать. И шишки можно собрать. Нам их, в принципе, есть где высадить. А вот и последний цветок. Аллилуйя, наконец-то. Давайте сделаем теперь немножечко другой венок. Мы бегали с таким. Давай сделаем вот такенный веночек. Ну, тут не суть важно, но этот, по крайней мере, выглядит забавно. И, насколько я уже успел заметить, у нас тут прям с краю растет камыш. Хотя, возможно, мне сейчас венкета и не самое выгодное, что есть бегать, потому что все-таки болотные монстры, вот это все. Скорее всего, придется пока что на футбольный шлем переключиться, да. Потому что я боюсь словить леща, а я могу словить от какого-нибудь болотного монстра. Поэтому надо быть максимально аккуратными здесь. Вот, началось... Блин, вот этого я и боялся. Ого, тут еще вон свиные головы висят, кстати, да? Это говорит нам о том, что мы можем запасти еще больше свиных шкурок. Главное, опять же, не отгрести. Нифига себе, я их уже запас, какое-то огромное множество на самом-то деле. Если что, их можно будет пустить по итогу на хатки для свинок, почему бы и нет. И, пожалуй, я запас достаточно на самом-то деле. Ну как достаточно, на первое время в любом случае хватит. Так, смотри-ка. Попутно можно и рыбы лягушачьих лапок зафармить, которые с мермов тут падают. Мермы активно борются с болотным монстром. Ну, монстрами болотными. Ну да ладно, в любом случае немножечко мы собрали. Это нам точно хватит для того, чтобы сделать клетку для птицы. И еще останется в запас. Блинский, блин, так и привел эту сраную бутафорию к себе на базу. Видите, она там ногу высовывает. Давай пару раз долбанем. Все равно мне кенку надо долбить. Ну ладно, потом раздолбим эту бутафорию и выбьем из нее то, что, в общем-то, необходимо. Блин, похлебочка портится. Ладно. Возьмем пока похлебку. Тут вот это дело портится, я на мясную биту оставил. Пускай пока будет так, как есть. По-хорошему, мне надо бы, конечно, убрать отсюда бутафорию, потому что она, очевидно, будет мешать, но ладно. Так, а где у меня золото было? Золото сколько-то нам потребуется для того, чтобы сделать клетку. И какую мы клетку сделаем? Ну, давайте сделаем романтическую, почему бы и нет. Единственное, я планировал ее куда-то сюда воткнуть, но из-за сраной бутафории у меня пока что нет такой возможности. Сюда я не хочу втыкать, потому что у нас там будут казаны. Но тогда у нас какой вариант? Я могу вообще вот тут как бы на дороге поставить, а почему бы и нет? Либо же могу здесь с краю где-то разместить каким-то образом, чтобы она была непосредственно рядом с этим делом. Но с другой стороны... Почему бы и не сюда, на край? Давай, становись. А, ну, нам еще надо, кстати, птицу поймать. Кто бы мог подумать. Для того, чтобы воспользоваться клеткой, чтобы воспользоваться непосредственно этой птицей, для этого нужна паутина и золото. Я думал, у нас много золота, но золото внезапно подотъехало, блин. Это тоже не супер. Придется еще и золото фармить. Благо, у нас его тут в округе много, и это не должно составить никаких проблем. Да и птиц поймать, я думаю, не будет каким-то уж суперсложным делом. Давай съедим это, пока не испортилось. А вот и птичка. Отлично. Нам еще надо найти, кстати, где же селятся моржи. Хоть какое-то одно местечко для начала. И как-то выбить бинь, безусловно, за зиму. Ну, чем раньше, тем лучше на самом-то деле. Но для этого надо как бы пойти и поискать. Ну и надо бутафорию отсюда увезти. Она мне теперь тут только мешает. Я что-то про нее забыл, она за мной как-то очень ловко подкралась, прокралась, и все, в общем-то, вышла из-под контроля. Так, ну вечером она за мной не пойдет, да? Надо именно ночью от нее бежать. Ладно, давай подождем ночь, что? А пока я тут ждал ночи, в общем-то, подъехал подарочек. Давайте-ка чекнем, вдруг что-то клевое выпадет. Хотя, конечно, в это смутно верится на самом-то деле. Обычно мне падает какая-то дичь. Да, вот примерно вот такая вот дичь. Наконец-то темнеет, мы теперь можем взять факел в руки. И за нами пойдет бутафория в какой-то веке, да? Погнали. Так, все замечательно. Нам надо с тобой отсюда уйти как можно подальше, чтобы ты мне каждый раз тут не мешалась. И, соответственно, пойдем.
Пойдем мы, скорее всего, вот сюда вот направо сбегаем. Посмотрим, во-первых, что там, и надо найти где-то моржей. Надеюсь, они где-то рядом. Тощий Вольфганг в этой шапке выглядит как минимум, блин, странно. Посмотрите на это дело. Какая-то она немножко странная, эта шапка. Какими еще варианты были? Классика. Так. Такая шапка и праздничная шапка. Можно было, наверное, взять праздничную шапку. Это, да, по-моему, она лучше, вот эта шапочка зайдет именно что для персонажа женского пола, нежели вот для Вольфганга. Ладно, погнали, в любом случае практически рассвело. Здесь еще пасутся бифала, то есть у нас теперь тут еще и они есть. Ну, от базы, получается, у нас достаточно недалеко находится как минимум несколько стад бифала, что, безусловно, здорово. Лед можно пофармить. Воу! Серьезно? Это вот последняя часть от мраморной ладьи. Я так подозреваю, они все здесь собираются. Серьезно? Конь? Слон? Жесть! Вот здесь все разбросано, и здесь, собственно, я в первый раз вижу такую генерацию, это что-то невероятное. Я, то есть, ну, теневых шахмат я смогу очень и очень скоро, на самом-то деле, шатнуть такими темпами. Потому что мне на изи все это стаскать, даже и бифа можно, ну, как тут перекормить, он рядом, и все, и на нем быстренько все это стаскать. Жесть просто. Что-то мне начинает подсказывать, что здесь что-то как-то ни черта нет того, чего мне надо. О, зато тут есть куча пауков. Блинский, блин, вот тут свинка, конечно, очень здорово поселилась. Ее тут вечером просто замудошили, особо не напрягаясь. Такое себе, да, жить в таком-то месте. И нам придется дальше искать место обитания моржей. Возможно, они где-то там обитают. Где еще тут у нас могут быть варианты, какие вообще на самом-то деле? Ну, там, кстати, может быть, что-то неразведанное есть. Ну, я ставлю на то, что где-то вот в этой местности. Скорее всего, туда надо сбегать. Ну, а раз, кстати, подкралась зима, то нам и надо переодеться соответственно зиме. Давайте, в зимний костюмчик. Вот. Я к зиме готов полностью. Вот с таким вот костюмом эта шапочка гораздо лучше, на самом-то деле, сочетается. Блин, а в этой степи-то тупик, по большому счету. Возможно, туда чуть ниже, если пройти... За червоточинку мы что-то найдем, но, блин, у меня реальные сомнения. Хотя, где еще селиться моржам? Такс. Опаньки. Так, ну... Ладья, это все... Ой, механизм, конь, господи. Это все круто, конечно. Но мы с ним потом, наверное, разберемся. Мерм. Мерм, чувак, ты что тут забыл? Пауки. Я смотрю, тут еще и весело. Смотри, сколько сбичевавшихся мермов. Жесть. Так, а если здесь те, кто мне, собственно, нужен? Моржи. Семейство моржовых. А, нашел хатку. Черт. Немножко не вовремя. Так, давайте-ка отойдем. Немножечко перегруппируемся и потом вернемся. И также там голова коня еще. О чем это нам говорит? О том, что я нафиг сейчас замерзну. Надо костер срочно. Вообще, в идеале бы еще отхилиться. Но, походу, вряд ли. Так. Я не могу далеко убежать, мне холодно. А морж мне накидывает. Твою мать. Серьезно? Отцепись, тварь. Вот это он, конечно, меня достал. Жестко. Придется сделать броник, потому что шапка у меня быстро отлетит. На всякий случай, в общем-то, делаем деревянную броню. И поутру пойдем расквитаемся с этой тварью. Вот он и реально каличный, он что-то прям меня преследовал в Талово. Соответственно, я его буду преследовать в Талово. Что ж, идем на бой с моржом. Там, блин, эти долбанные собаки. Я нормально отъесться не смогу. Поэтому ладно, что мы делаем. Мы делаем вот так. Шапку сюда можно. Делаем вот так. Копье в руках есть. Бронька все это есть. Главное быстро собак размотать и взяться, собственно, за самого моржа. Сейчас бы еще мимо пробежать. Да, у нас тут еще одна голова коня. Так, ну все. Иди сюда, придурок. Он меня, конечно, раздамажил, будь здоров. Но ничего, сейчас мы с ним поквитаемся. Потом сбегаем, отхилимся. Это нормальная практика. Так, куда ты погнал?
Надо теперь гнаться за ним, пока ему не надоест от нас убегать. А ему скоро надоест. Так, я могу шапку одеть, кстати, чтобы особо сильно не замерзнуть. Так, придурочный. Я убью тебя. Так, бивень сразу дропни, будь хорошим моржом. Окей. Замечательно. По приходу на базу нам в первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы сделать себе отхил. Благо у меня есть разного рода овощи, есть мясо. И у нас есть птичка. Птичку надо прикормить, пока не стемнело, дабы яиц заполучить. Тогда мы сможем спокойненько запастись варениками, которые нас и отхилят. Так, рыбка не свежая. Сколько мне там надо, я не знаю. Давай пока что 4 яйца, к примеру. Давай, из одной птицы подхавает. Такс. Когда-нибудь мы питайку разведем, но это будет несколько позже явно. И нам еще надо, кстати, замутить трости. Ну, сейчас мы с этим тоже, я думаю, справимся. Так, так, так и так. Окей. Я не помню, какая там пропорция должна быть. Ну-ка, если так. Такс, и вот еще и лед. О, нормально. Тоже получаются вареники. Благо, мы их много еще можем сделать. Это мы потом все раскидаем по сундукам. Здесь нам надо пока что развести костерок, дабы согреться. Я бы даже, наверное, вот такой вот нормальный развел. Камень пока сбросим. И давай отхиливаться. Так, 5% копье мы потратим на какой-нибудь посох в дальнейшем. Че добру пропадать. Так, давай еще один захильчик. Ну, мы можем еще на самом деле сделать. Но мне все-таки хочется уже трость замутить. Что нам там для трости нужно? А, 2 золота. Мы можем сделать древнюю трость. У меня, кстати, в аккурат, наверное, только 2 золота и осталось. Ну, неплохо. Неплохо, сойдет. Давайте сделаем себе древнюю трость. И, наконец-то, мы можем передвигаться на 20% быстрее. Ну и у нас проблема с камнем и золотом стала, поэтому сейчас надо будет в первую очередь зафармить их. У нас и дерева не очень много. Если я планирую убить Dragonfly, я ее планирую убить, то мне потребуется достаточно много брони на самом-то деле. Для этого нам надо пока что, по крайней мере, камень запасти, потому что нам потребуются еще и каменные стены. В общем, много чего нам потребуется по итогу. Плюс еще же циклоп, придется сейчас с циклопом дело иметь. Надо будет подготовиться к этому моменту тоже. Благо, с тростью теперь гораздо приятнее бегать, конечно. Без нее как-то совсем не то, когда к ней уже абсолютно привыкаешь. Так, и что у нас тут, где камень рядом? Ну, здесь у нас прям дофигища камня, дофигища золота. Это все прекрасно можно зафармить. Ну вот, уже неплохо так подфармил на самом деле. Я думаю, может сразу и льда немножко запасти. А то, хотя у нас там ягоды есть, я еще по дороге могу ягод собрать. Чтобы время не тратить, наверное, будет самое оптимальное просто подолбить камень. И скоро, по идее, должны еще прийти собаки. Это говорит нам о том, что у нас еще появится дополнительное мясо монстра, что тоже было бы на самом-то деле неплохо. Да, у меня уже камень пошел бонусом. Но сверх нормы, скажем так, больше стака. Замечательно, потому что камень он тоже быстро отъезжает, как-то не крути. И лучше его запасти, пока есть такая возможность. Да и кремень, смотри-ка, у нас запасаться пошел уже нормально. Льда немножко по дороге, чего бы и нет. На самом деле, мне бы больше дерева нафармить, потому что мне уже особо некуда распихивать ресурсы. Мне надо больше сундуков. У нас что тут в этом сундучке получается? Ветки еще имеются. У меня и здесь ветки. Блин, я Finder забыл подключить, кстати, из модификации. Но окей, надо будет подключить удобная штука, чтобы как бы подсвечивала, что у нас где находится. Так, навоз, это все у нас пока что имеется, замечательно, есть и селитры, селитры нам потребуется много, когда, допустим, если решим вдруг внезапно бифала приручать, то и для этих целей понадобится, чтобы лизунцы делать и все такое прочее. Ну и смотрим, у нас в целом все неплохо, нам надо будет еще через пару дней сбегать еще раз моржа зафармить, в этот раз уже нормально все это сделать, не как вот сейчас получилось. Так, тут еще куча-куча леса, это все можно зафармить, и можно на самом деле даже фигуры стаскать. Я так понял, все-таки здесь они все есть части. Голова коня, по-моему, там тоже была, поэтому, скорее всего, нам никуда не придется бегать. И это будет очень просто. Это реально будет максимально просто. Дальше. Я вспомнил, что я еще хотел сделать. Я хотел сделать все-таки шляпусник. Для этого нам надо цилиндр. А на цилиндр у меня уже не хватает паутины, плюс доски и кроликов поймать. Ну, кроликов-то поймать не такая проблема, поэтому, наверное, сейчас досок намутим. И попытаемся намутить еще паутины. Идеально, кстати. Очередной след мамонта. Уже становится традиция просто в каждом видео убивать одного мамонта.
Я думаю, мамонты не особо, ну, калослоны. Мне их что-то хочется называть мамонтами, потому что это маленькие мамонтята, какие-то калослоны, правильно? Они, я думаю, не особо рады тому факту, что я их просто-таки истребляю. Но зато я рад, потому что это мясо, это хобот. Хобот тоже полезен. Ну и в любом случае, нам еще надо идти убивать пауков, но сначала калослон. И да, вот он, зимний аналог. Давай мы подъедим. Давай мы... Хотя вряд ли ты меня чем-то ранишь. Держи. Хотя кто его знает? Хотя я буду надеяться на то, что... Хотя лучше, наверное, не надеяться, а на... действовать наверняка, то мало ли легнет меня, и мне будет больно. Я не готов к этому. Вольфганг не любит боль. Такс, кто бы что ни говорил. Ну, давай отчаливай, парень. Все, замечательно. Так, сколько с него там мяска дропнулось? Просто шикарно. И хобот. Замечательно. Это все мы дело отправим сходу в холодильник и побежим, наверное, пауков искать. Да, и здесь, смотрите-ка, голова коня. Их несколько, может быть. Лол, ладно, допустим. В любом случае, прежде чем бороться с пауками, вечером это такое дело на самом-то деле. Они там все стянутся отовсюду. Поэтому я бы сначала немножко пофармил дерево, а уж потом пошел бы с ними бороться. Я еще, кстати, забыл золото выложить. Зачем я его с собой ношу, не особо понятно. Но пока что дерево зафармим, желательно подфармить... Я не знаю, сколько. Пару стаков было бы в идеале, поэтому вечер и ночь я, скорее всего, проведу зарубкой дерева. Ну и вот, практически ночь я уже переждал возле костра. Тут немножечко дерево порубил. У меня всего 2 стака, такое себе, да? Совсем немножечко, на самом деле. Ну да ладно. Еды немножко есть. Мы все эти тефтельки сразу, наверное, закинем. Пока погнали. И будем тут пытаться вылавливать как-то пауков. И фишка в чем? Мне надо в деревянной броне это, само собой, делать. Так, где вы там тусуете? Ага, чуть подальше. И как-то так снять рюкзак, чтобы его не посеять. И можно было его как-то без проблем найти. Давайте, наверное, где-то вот здесь я его скину. Потом берем оружие. Закидываемся тефтельками. Да. Вольфганг теперь гораздо лучше. Все. И сильней. Недостаточно силен. Можно сделать сильнее Вольфганга. А куда вы пошли? Ага, они пошли бить поросенка. Ну, отличный выбор, чё бы нет. Давайте я вам тут... Ой-ой-ой. Вот это подвох. Нет-нет-нет-нет-нет, я не готов. Можно без меня? Так. Одного заловили. И остальные впрягаются тут же. Так, ну давайте. Начнем с мелкого. Минус. Черт, черт. Так, все, бежим. Я не помню, я бил этого или того. По-моему, наверное, того. Ну, когда ты сдохнешь? Так, минус. Это сейчас тут что-то мутнет. Давай-ка мы тебя тоже размутнем, парень. Блин, одну аж паутину выбил, офигеть. Вот это результат, так результат. Ладно, и железо соберем. Я хотел сломать этот кокон нафиг, чтобы паутины добыть. Потому что я хочу шляпу с них, знаете ли. Идите за мной, ребята. Опа, привет. Теперь тебе привет. Нормально пообщались. Паутины я с них так не нафармлю. Коконе уже особо никого нет. Заодно и поросенку жизнь облегчим, да, как-то. Без кокона, я думаю, ему попроще тут будет жить. Хотя, с другой стороны, там вокруг еще кокон есть. Его так или иначе кто-то досожрет. Но я хотя бы старался помочь ему как мог. Так, давай-ка. Вы вылазьте. Сейчас, блин, еще вечер наступит. В смысле? Можно без этих понтов сразу за мной идти просто? Так, еще паутинка. Так, главное не вылазьте желтые пауки. Они здесь достаточно толстые. В соло-то игре с ними гораздо проще справиться, нежели здесь. Сейчас вылезут. Ладно. 6 паутин. У меня там сколько-то было. Но 6 паутин в любом случае хватает на то, что я задумал. Но 6 паутинки, по крайней мере, позволит нам сделать цилиндр.
Цилиндр я, наверное, сразу сделаю. Давай чекнем, что у нас тут по паутине. Ну, тут две есть паутинки. Не знаю для чего, но сгодятся в дальнейшем. Цилиндр мы делаем. Такс. И осталось еще зайцев наловить. Ну, кроликов, которые. Так, золото пока что же я бы скинул. И получается дерево. Дерево пока сюда, мы потом сундуки помутим. А, нам в любом случае придется, наверное, задержаться здесь, дабы отогреться. Давай, запускаем феникса. Отогреваем термальный камень. Мне, по идее, надо бы сделать набор для шитья, но это надо аж 8 паутины. Я пока так не богат. Придется, наверное, новый термальный камень банально делать. Но да ладно, в любом случае, на этом пока что. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.